Кто такой? Здравствуйте, отец Игнатий. Добрый день. Храни вас Бог. Кто вы такой? Назовитесь, откуда вы? Здравствуйте, я Александр, с Украины, с города Днепропетровска. А вот. Как вы зашли-то? У вас что, пароль был или как? Нет, я у вас, вы меня добавили в друзья ВКонтакте, вот тут только что я с вами переписывался. Ну ладно. Алекс Черный там было написано, вы мне только что скинули свой адрес, вот, вы мне в друзья добавили ВКонтакте. Я ВКонтакте-то не бываю, там работают модераторы, администраторы, они берут и меня на форум перекидывают вопросы. Какой ваш вопрос был? Вот, ну, значит, тогда по порядку с самого начала. Начало такое, вы не против, что мы записываем и все выставляется в интернете? Я знаю, я изучал ваши видео, я смотрел ваши видео. Не против, пожалуйста, может даже... Я слушаю вас, говорите. Может быть, даже это хорошо, и ну, это нужно об этом говорить, потому что время непростое, время страшное, и так получилось, что я стал жертвой современных технологий, современных вот сатанинских вот этих всех нововведений и опытов. Ну, вкратце о себе, значит, я сам в прошлом спортсмен, выступал на международных турнирах по карате, честный, порядочный человек, ни приводов, ни судимости, ничего не имел, окончил университет, по спортивной карьере уехал в Москву, 8 лет прожил, проработал в Москве, инструктором по карате, снимался в кино, ну, вел довольно-таки заметный образ жизни, что, может быть, это и сыграло определенную роль, что подпал под дополнительное внимание. Ну, зарабатывал хорошо, конечно же, но при этом был православным, я остаюсь православным, с детства православный, и Господь меня сподобил, у меня был духовник очень сильный. Еще здесь, будучи, мы занимались изучением такого вопроса и активно выступали против ННН, против введения электронного контроля. Это еще 98 год, то есть эта тема мне была болезненна, и я в свое время отказывался против этих всех моментов. Вот. Ну, концовка такая. Попал в очень нехорошую историю, результат которой был таков. Мне за мои взгляды, за мои убеждения, просто чтобы наказать, вживили нанотехнологическое устройство в мозг. И буквально уже 3 года, как я нахожусь под тотальным контролем, под контролем спецслужб, все мои обращения в правоохранительные органы заходили в тупик, меня или прибивали, или травили. Ну, я не знаю, я чудом Божьим выживал, вот, и ну, сейчас полегче, правда, ну, типа, меня как бы, они это называют игрой. В общем, за эти 3 года с меня сделали придурка полного. Ну, в прямом смысле слова, что ну, уничтоженного психически, морально, и насмехались над моей верой, над моими чувствами, над моими взглядами. Ну, это очень долгая история, я не хочу на это затрагивать внимание. Суть вопроса в чем? Я уже говорил, что все мои обращения, ну, я просто знаю, что в этом задействованы спецслужбы, как Украины, мафиозные структуры, психотрончики, как Украины, так и Москвы. То есть, в принципе, вот, ну, я уже повторюсь, да, что я шел законным путем, обращался куда можно, обращался в действующая епархия Московской патриархии, в курсе этого, но так как это все, вы сами прекрасно понимаете, я
Ну, я всегда был в лоне Московской патриархии, но мне очень духом близок был РПЦЗ, то есть я знаком с трудами, взглядами отцов Русской Православной Зарубежной Церкви. В частности, мне близок отец Виталий, вот, ну, к сожалению, почивший, вот, его убеждения, его взгляды. Вот, ну, все это вместе сложило определенную такую, ну, конгломерат обо мне как о человеке, то есть мне сделали вот такое вот негодяйство. То есть да, на данный момент вроде бы как, ну, меня как бы оставили в покое, да, но я-то знаю и я это ощущаю, что мои мысли под контролем, то есть меня объявили полусумасшедшим, полубольным человеком. Ну, то он шизофреник. То есть всю свою, мне 43 года, 37 лет я был нормальным полностью человеком. Сейчас меня сделали полным придурком. То есть то, что творили со мной, меня, ну, я знаком, я много раз присутствовал, видел, как люди беснующиеся себя ведут. То есть, ну, я прекрасно все понимаю. То есть в меня, когда вот это все мне сделали, в меня, вот как, знаете, как что-то вселялось, говорило моими устами. Ну, в общем, ну это сатанизм чистейшей воды. Я, в первую очередь, меня беспокоит спасение моей души, потому что, ну, я знаю откровение Иоанна Богослова, кто примет эту гадость, да, то Христос не пощадит в момент суда, раз, а во-вторых, ну, типа, говорят, это тебя ж против своей воли. То есть меня начали постреляли, вы поняли, в больничку уложили, и вот это все сделали. Потом, правда, мне повторяли это и тут, и в Днепропетровске. Ну, в общем, это вот, сатанинский шабаш, ну, которому я перешел дорогу, вот, ну, так вот свели. То есть, ну, я жив, да, но, чтобы вы понимали, ну, я никто. Вообще вот, то есть у меня был авторитет определенный, у меня был, ну, мне делали, я не хочу это говорить сейчас, но столько мне делали с подстанов, чтобы я отказался от веры, от православной, то есть, ну, это страшные вещи, ну, просто я доказать ничего не могу, понимаете? То есть я просто знаю, ну, я себе цель поставил такую, что, чтобы ни было, стоять в православии до конца, вот, ну. Вот это. Я уже и от Бога отрекался. Ну, там, ну, кошмарные вещи делали, вы понимаете? То есть, помимо вот, как вселялось, вот, ну, вот так, как хотят, так и крутят, короче. Хотят направо, хотят налево. Я знаком с Галиной Царевой, я и к ней ездил. Вот в Москве есть такая журналистка, она очень много. Ну, все под контролем, понимаете? То есть, а есть определенная группа лиц, там, в МВД, в СБУ, я не знаю, откуда ноги растут, но просто они боятся, что если это выйдет на поверку, то концовка будет какая. То есть сейчас они это делают уже давно, чипируют, вживляют, издеваются над людьми. У меня он куча знакомых и в России, и в Украине. Вот такие вот гадости, короче, вытворяют. Ну, вот так, в принципе, вкратце я нарисовал проблемы. Я не знаю, ну, если, по крайней мере, может, что-то вы смотрите, мне интересно был бы ваш совет, потому что я слушал ваши ролики, мне очень понравилось, ну, ваш дух, то, что вы не, ну, скажем так, вы духовный человек, но вы не, как сказать правильно, не идете на поводу у системы. То есть вот мы постоянно критиковали тех священников, которые вот, вы слышите, что они сейчас говорят, что вживлять чипы с благословением, все будет нормально, это только помощь Божья. Этот Папа Римский вообще сказал, что это дар Божий, когда людям вот такую вот гадость будут делать. Ну, в общем, идут гонения, гонения полным ходом. Я знаю священников, которые снимали, ну, и били, я знаю, вот за эти убеждения, и кафедр лишали, и приходов. В общем,
все мои обращения, я общался даже, ездил к этому, к старцу Илью в Переделкино. Вот, ну все, каждый мой шаг под контролем, все, ну, вот, ну, как, знаете, как в стенку биться, и, ну, мне говорят, что никому ничего не такое, я и в Почаеве был, и везде был, говорят, сошел с ума одержимый человек, ну, вот, хотя я-то знаю, что это не так. Сейчас вот уже сколько, больше года, типа, все, ну, типа, ну, они это называют игрой. Игрой в люди в людей. То есть они играют, люди в людей играют. Сидят такие подонки, сатанисты, и играют в добро и в зло. Вот кто-то зло, кто-то добро. А потом это перекручивают. Там, где добро делают зло, там, где зло делают добро. Человек. Что у нас единый Бог, и что все должны поклоняться единому Богу. Ну, вы сами, православный человек, понимаете, откуда ноги растут. Тем более, город Днепропетровск, я думаю, вы понимаете. Детали. Ну, в общем, вот вкратце о своей проблеме. Так, вопрос-то в чем заключается? Как избавиться от этой гадости? Я почти ничего не понял, поэтому что-то вам подсадили, вы считаете, дух пришел такой, или тайно что-то вам вживили. Вживили мне чип, нанотехнологический, мне вживили чип в организм. И в результате этого происходит тотальный контроль расы, и внутренний диалог, возможен внутренний диалог на уровне сознания. То есть со мной общаются, вот как мы с вами, только в моей голове. Видите, если допускается дух нечистый, то причины две. По попущению Божьему, чтобы избавить от чего-то, или для славы Божией. Если вы жили чисто, незапятнанно... Я жил обычным человеком, то есть... И грешил, каялся, падал, вставал, старался. Жил, грешил, каялся, другого и не надо было ждать, это так и должно быть. Потому что он, говорит, уходит, дух-то по пустыне ходит, а потом возвращается, находит выметенные, незанятые, и берет семь злейших, и вселяется в человека. Был один демон, теперь уже с ним это восемь демонов. И теперь они путают мысли, что Галина Царева, я ее фильмы все смотрел. Кабы она была рядом, я бы ей сказал кое-что. А раз ее тут нету, что говорить? Ну, я вас понимаю, мне уже тоже... Юрий Воробьевский. Вот тоже уже было знаю. Бы 10% было бы настоящих верующих, православными, то есть, как он понимает, воцерковленных, вот это поганое слово еще употребляют, воцерковленных, то есть, свечки ставят на улице, они бы Россию вроде повернули другим путем. Никого не повернешь, люди Бога не знают. И все стоит на месте. У Бога все это разнаряжено. И вы говорите, о чем психиатрия, мне это известно. Меня 26 лет психиатрия мучила. Ни день, ни два. А 26. Меня держали в разных психиатрических пунктах, где они меня пытали. Что только не делали они, выкручивали. Они ничего не могли сделать. Я продолжал молиться. Я уповал на Бога. И Бог меня вывел. Вывел, чудесным путем вынес. А теперь злоупотребление советской психиатрии. Я реабилитирован полностью. Так что за мной ничего нету, ни судимости нет. Ну и что? Это мой путь. Мне Бог его назначил, я должен достойно его пройти. Я никогда не жаловался. Я знал, что если бы это было не так, то исполнилось бы то, что я наметил. Я учился, знаю несколько иностранных языков, поступаю в мореходное училище, а уйду за рубеж и... Все будет по-другому. А Бог показал, будет так вот. Так, тебя будут гнать, будут давить. Вот и у меня та же история. Я благодарю Бога. Главное научиться благодарить и не смотреть на это. А может, мне тайно что-то вживили. Да я никогда не думал об этом даже. Они не смели ко мне прикоснуться. Они вот сделали что-то там, надуют там это. А больше никак. Только вот эта голова им была не подвластна. Я об этом молился. Исполнял все церковные правила. Ежедневно становился на молитву. Раз пять, по полтора, наверное, часа у меня была молитва. А вечером с 8 до 10 была проповедь. Это мой путь, я рассказываю как. Поэтому о чем говорите мне, тут я ничего не могу сказать, это ваш путь. И
Вы должны найти причину, почему это так. И при том, о чем вы об этом думаете? Нужно на физической работе работать до седьмого пота. Я всю жизнь работал на физической работе. Хотя у меня есть специальность, до армии был прорабом. А теперь делал печи, кому дачи сделать, кому дом построить. Надо, чтобы пропотеть. Хорошо. Рано вставать. Рано. Вот мы все время встаем в 4:40. Хоть в воскресенье, хоть в отпуске. В 4:40 утра. Не спеша совершить полное правило, молитву, чтение Слова Божия. Я просто делюсь опытом, как. Он, дьявол, не смеет и приступить. Выходя из дому, перекрестился, да как положено, чтобы у тебя рука не сюда, я гляжу, вы куда-то руку ставите. Вот как должно быть, чтобы она до плеча дошла. Это полный крест ровно-то. И сказать, отрекаюсь сатаны, всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И иди, перекрести впереди себя, никто ничего тебе не сделает. У меня было на занятиях в университете, я в разных университетах вел занятия. Пришли две, одетые в черное одеяние, оказались мать с дочкой. И они сказали, мы пришли разрушить ваши занятия в университете. Говорит, обе колдуньи. Ну что нужно говорить? Я только вышел, пропели Царю Небесное, я сразу всем в зале обратился. Сколько там человек? 70 было. Так и так, у нас есть такие люди, требуется молитва, помочь. Мы сразу стали на молитву, представьте себе, их как ветром выдуло. Они больше ни разу даже не появились на глаза. Потому что апостол Иоанн говорит, тот, кто в вас, Дух Святой, он больше того, кто в мире, дух сатаны. И с ними не то, что там бояться, а не бойтесь, бойтесь того, кто может и душу в гиене погубить. То есть Бога только бойся, а сатану бояться не надо. И с ним не просто бороться надо, а побеждать непременно. И Бог нам дарует победу. Избави нас от лукавого, мы молимся. А послание к римлянам, 16 глава, 20 стих, говорит, «И сокрушит сатану вскоре под ноги ваши». Вот и так. А вы, если уже не один день в этом состоянии, да куда-то ездили, то есть это вас тревожит. То есть вы, Конечно. Вы не просто тревожите, а вы потеряли покой. Еще, может быть, у вас и сон, и бессонница, может быть, даже мучает. Этого ничего не надо. У нас у православных посты, сейчас пост идет. Вы посты соблюдаете? Конечно. Строго. Конечно. Наложите постом 3 дня, ну больше 3 дней, не пить, не есть. То это только со священником подойти. Никуда ездить не надо. Там, где у вас есть, ну что там, Украина, Днепропетровск. Мы там все проехали. Мы были в Украине, так говорится, вдоль и поперек. Мы все это видели, ездили в Почаево, но мы ездили с другой. У меня другой подход совершенно. Вот сейчас тема Клавдия Устюжанина, «Барнаульское чудо, как она воскресла». Ну и прислали... Там книжку написали про нее, и там про меня упоминается в этом. Вы не могли бы дать какой-то ответ? Я даю, но мои ответы не сходятся с ними. Они едут к ней, чудо ищут. Мне это не надо, я в это верю. Я пришел к ней с тем, чтобы узнать, есть ли у нее Евангелие, знает ли она о Христе Спасителе. С одной целью. И я увидел, что она после воскресения не знает Бога, не знает Евангелия. Я все это описал. Почему? А почему... Никто больше об этом говорит. Они не видели, они ее там уже, говорится, святой считали, чуть не обоготворили. Ну, сын у ней, Андрюша, он тогда был где-то, я не знаю, какой там, 6-7 класс был. Мы как-то сидели с ним дома, у них, на Крупской. А она в это время, у нее зуб болел, она побоялась здесь ходить к врачам, что ее отравят. Она втемяшила себе мысль эту. Да разве Господь допустит, если не от Бога. Та нам на Сибирск уехала. А там 250 километров, 230. И там этот дух, он ей говорит уже, вот там вы говорите, показывайте рукой. То он ей в башке уже это работает, этот дух-то. И говорит, там из КГБ арестовали милиция, сына твоего Андрюша, они его мучают. Она выскакивает оттуда, денег-то ей отовсюду везли. Она останавливает первую машину, самосвал и гонит ее в Барнаул. Ну дала ему там 5 зарплат за... Влетает в комнату, а мы с ним сидим, что-то он уроки делал. Ой, он меня опять обманул. Она знает, что он не раз ее проводил, этот дух уже. Он меня опять обманул. Какая она была-то? Она была в таком состоянии, что кроме как сумасшествием нельзя было назвать. Они следили за всем. Я говорю, меня арестовывали, за мной следят. Я вижу, как стоят машины где-то, кто от меня уезжает, все обыску подвергаются. Я не выдумываю, это реально. У меня потому что большая работа была, я о гонениях на церковь, материалах, я пила, ГУЛАГ насчитал, опубликовал. Она, да кому ты нужен, да ты-то 1000 лет никому не нужен.
У меня мама пчел держала. Каждый нужен, каждый нужен, кто. Я привез ей меду, меду привез. Не просто базарный, свой мед. А у нее там была, прислуживала одна, ну, такая уже пожилая женщина, она говорит, выбросила этот мед. Она побоялась, что ее отравят. Она боялась причащаться в церкви, что ее причастие отравят. Она больная была, она духовно была развалена. И никто ни один об этом не пишет и не говорит. И даже выступает отец Андрей, сейчас мама, мама. Это православие такое. Вот ваше состояние, оно очень похоже на это. Поэтому я могу на это только сказать. Выйдите из этого сегодня же. Перекреститесь, попросите прощения. Обязательно сходите на исповедь. У вас кто-то должен быть духовник. Все расскажите ему и так, и так. Какие были грехи? Особенно этому содействует блуд. Блуд. Связь с женщинами. Это открытые двери. Это черная дыра, которая засасывает. Космическая дыра. Если это было, не знаю. Аполлос говорит, больше страшного греха для плоти нет. Всякий грех вне тела. И один только грех против тела своего. Зараза. Тут уже не... как надо. Если ты еще после этого причащался, то бес вошел именно через причастие. Потому что недостойно. Нет, это было сделано в больнице, я же говорю. Меня постреляли в полбольницы. Я просто вам говорю, что если был этот грех, да женаты вы, нет? Нет. Нет. Ну вот это блуд, это 7 лет. 7 лет плакать. 7 лет в притворе быть и разделяется на 4 ступени, пока разрешит. Но это все должно быть перед епископом известно. Тут самовольничать не приходится. Но канон должен быть выполнен. Они, видя ваше состояние, будут назначать меньше, никаких меньше. Никаких, там от 7 до 10 даже лет. Не надо, они играют в экономию, что вроде бы приглаживают. Они развращают людей. Если недостойно причащают, и эпитимия, наказания нету, Златоуст говорит, он губит тебя, священник, и гибнет сам. Вот и все. Они все правила поправили, там какой-то регламент Петра Первого. То есть все-все исковеркано в церкви. Но на это смотреть не надо. Ты борешься за правду. И оно как-то будет. Вот сейчас я материал в интернете нашел. Выступает игумен, отец Кирилл Сахаров. Это Берсеневка, около храма Христа Спасителя, 200 метров, на этой стороне канала где-то. И описывает, как мы с ним встретились, как я выступал, говорил. Мы знакомы уже, наверное, лет 25 с ним. И он заметил, он писатель, он очень талантливый такой. Это у него настоящая община. И вот он, говоришь, когда он приезжал к нам туда в Потеряевку, он все записывает на магнитофон, переписывает и рукой записывает. И вот он подмещает самое главное. Сейчас, говорит, во многих местах стали строить купели благодаря Игнатию. Потому что я крайне негативное отношение занимаю по отношению вот этого мощения лба. Это все с Украины, а католичина тут... Униаты, ваши попы сюда понаехали, они все развратили. Они сами бритые, у нас такого сроду не было. Бритые, хохлы, как называют у нас их, приезжают и дальше вытворяют, что хотят здесь. А епископы тоже оттуда, у них все и фамилии-то все не русские. Ну и что? Ничего, надо бороться, молиться, их Бог изменяет. И можете назвать, да, могу назвать, когда они обращаются, они делают, как положено. А вот они... Слышит это Бог, потому что главное это Бог. Как я надеюсь на Бога. Сказать, а вот этот передо мной товар, вот, допустим, вы совершенно негодные, развалины. Я не могу, Бог знает. Меня может сегодня это постигнуть. А ты выздоровеешь. Поэтому надо на Бога надеяться. Если вы уже зашли ко мне, то чтобы эта встреча была не пустая. Больше никому об этом не рассказывайте. Просьба. Вам достаточно того, что и так будут знать. И кто это знает, попросите помолиться за вас, как за бесноватого. Это беснование. Самое натуральное беснование. Неприкрытое беснование. И Бог силен. Силен избавить от этого, исправить всю жизнь и пообещать Богу, никогда никакому карате больше не прислоняйся. Даром эти удары не проходят. Это инвалидность. Это вы думаете, что учили других. А скольких людей вы перепортили этим? Я где был, там ни один каратист не мог выдержать. Сразу ему, говорится, шею сворачивали. Знаменитые боксеры стоялись, когда на разводе, это в лагерь, я говорю, про лагерь. Вот, просились, можем мы рядом станем? Убивают, отец Игнатий, убивают. Что ты сделаешь? Там самых сильных мордоворотов ставят. И они, что у них в руках, я как-то не понял. В рукавице, наверное, там какое-то железо лежит. Как они бьют этим там? Убивают. Прыгают на нем, и позвоночник все ломают.
А меня пальцем никто не трогал. И мне потом сказали, почему. Потому что приезжал, говорит, вот из этого, из Душанбе, да. И это, говорит, майор был из КГБ, сказал, его не трогать. И как только начинается это катавасия, меня сразу, идите, отец, в красный уголок, там посидите пока. Видите, как у меня нет защиты, кроме Бога. И я вышел, и там, где я видел, как сейчас только разговариваю, лежит уже мертвый. Я прошел через смертельное поле, полное костей. И Бог меня вывел. Ни повреждения, ничего они не сделали. Тут даже рассуждали недавно. Баптисты знаменитые, которые сидели там. Всем, всюду, везде предлагают сотрудничать органы КГБ. Всем. Мне ни разу и никогда. Потому что первый допрос, я начинаю им свидетельствовать и их обращать. Их. У меня есть следователь, который обратился, стал священником. И они это знают. Не надо никогда дурной опыт брать. Ты бери всегда добрый. Я беру добрый почему-то, потому что Бог так сказал, будете одерживать победу. Надо пройти по жизни победно, красиво, интересно. У меня нехорошее слово есть, я называю азартно. То есть никогда не терять этой живинки. Вот это дело, а ну-ка я в него войду. Вот это дело не по силам мне, я вижу, что очень трудно. А я за него возьмусь, и смотришь, получилось. И мне нравится выражение Наполеона. Главное, говорит, ввязаться в драку, а там видно будет. Мы такое путешествие предприняли невиданное, неслыханное. Живу в Барнауле, вы по карте знаете где. И от Владивостока до Лиссабона, Турцию прошли, в Скандинавию, Прибалтику. И не просто прошли, а в каждом месте, везде я дарил свои 38 книг. Нам есть что вспомнить. И невозможно. Сегодня только вышел на улицу, глаза зажмурил. Боже мой, дивный Господь. Ведь мы... В Англии, если бы мы сломались, когда было-то, и у нас какая там загвоздка-то была, не проехали туда, а полетел-то мотор, как бы мы оттуда, и дальше самое большее во Францию только приехали, дальше-то деталей-то нет, у нас же советская машина-то русская. А сломали в Швеции, тут, ну, не так и много, там, 500 километров протащили нас, дальше на корабле, через Литву проскочили в Калининград, а тут уже все наше русское. И детали достали, отремонтировали, заменили эту лопнувшую шестеренку передач, топливо. Вот так. Не надо настаивать на своем. Я высказал желание и добавляю, да будет воля твоя. Господи, как тебе угодно. Как тебе угодно. Не мне. Принеси, тщательно взять бумагу, расчертей и посмотри, где было по-твоему. Ведь это вот вы хотели, и получилось. Получилось, что вы борец там. И что из этого получилось? А дальше посмотри, что из этого угодно Богу. То есть написано, исследуйте самих себя, верили вы. Делали это по вере, но то, что рассказали, ничего по вере там нету. То есть здоровый, крепкий мужик, дурил в жизни-то. Ну, а сатане это открытые двери. Я вам говорю открыто, поэтому не вздумайте на меня обижаться. Да нет, и мне интересно ваше мнение. Я уже слышал, я как мнение вы даю не свое вы мнение. В жестком режиме с людьми. Я отвечаю в жестком спасибо, режиме. Самое спасибо главное, за это. Самое главное, в Библии, что будет? Да. Что будет там, если я умру в таком состоянии? Буду ли я в раю с Богом или нет? Если во мне Дух Святой. А таким он, даже если будешь ты в Духе Святом, дьявол не посмеет приблизиться, Златоуст говорит. Не то, что там войти. Никогда, нигде не считайте виновным никого в твоем положении. А все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по его изволению. Все. И то, что меня держали, и пытали меня, и выворачивали руки, у меня руки, все выворачено-то. Все во славу Божию. Я бы не сидел сейчас здесь, этого дома не было, если бы не отняли у меня. И вдруг 11 лет шел суд, я же реабилитирован-то. И вдруг вот мне такую территорию, 13 соток, два здания, городская администрация для погашения долга я выиграл. А у меня конфискована фонотека была, магнитофона. Вот. И я получил это, иначе бы этого не было. Не было. А мы здесь и молимся, и церковь, и люди, и склады, и детский лагерь, тут все мы делаем. Это Бог так знает. Я свою жизнь никогда не могу вперед на полшага. Знакомлюсь с кем-то. Вот вчера, сегодня ролик только поставили ночью, вот, если здесь. Зашел человек. Ночью перелез, тут видно забор, открыл заборе, называется палка у калитки. Стучится тут, я никогда не открываю. Ну тут помолились сразу, Володя сейчас нету, помолились он. Кто такой? То ли он наркоман какой-то, или кто откуда-то. И как я с ним беседую здесь. Это все стоит, прям первый ролик, ну второй теперь он стоит. Ну что, накормил его?
проводил и все. Но он дальше начал, ездил далеко, работал, денег не дали, денег надо. Я говорю, какие деньги-то? Я живу только на сухарях, у меня и хлеба даже нету. Я не трачу, ничего нету. И картошка своя. А почему? Ну, потому что мне не давали работать, минимальная пенсия, и она у меня по сегодня уходит вся на дело Божие. Я так прожил. Прожил скудно, но весело и интересно. Мне все это интересно. У меня ничего нет. Совершенно. На мне что вот рваная зарплата, это все не мое. Наушники это мне купили, интернет вот это за меня платит. У меня ничего нету совершенно. А люди знают, издать 38 томов, это миллионы, да, миллионы? Откуда понятия не имею? Это проехать такой путь, это же не два шага. За рубежом, особенно вот как в Греции, там столько, 100 километров проедешь, остановка везде, эти шлагбаумы, плати, 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 плати. И все вернулись. И вернулись живые, и все оплачено. Откуда знать не знаю. Почему? Бог. Он сильный, богатый, и я ему доверился. Делаю это ради Бога. Я просто, еще буду показывать, скажу, да, это басня. Я живой перед вами, ничего нету. Но дал мне он радость спасения. Дал любовь к себе, водительство Духом Божьим. Совсем смиряться. А может, сегодня умру. Может, тот человек что-то сделал, подсыпал там или... Благодарю Бога. Я на каждый закат солнца смотрю, как на последний. А сам думаю, а если не так? Вот, нынче поставил себе в мыслях, как только таять начнет, я поеду к себе в деревню и попрошу брата Виктора Савченко пройти со мной по полям, где я вырос. Там пятилетний, пас с отцом, отец у нас 10 детей было, и он без руки с войны был. Вот здесь мы были, как... Что было, какие птицы, я орнитологией все занимался жизнью, ну, птицами. И все это заснять, проститься с полями. Тяга такая. Мне 76-й год. Проститься совсем. Потому что все было интересно. Какой у нас отец, любящий детей был. В такой бедности. Все в налоги забирали. Но у нас какая-то была всегда радость. Радость, честность. Как отец валенки катал. Ездил куда-то катали. Как мне шубейку в Барнауле шили. Вот, она же сапоги шили, да как их на дегтем-то намазали, да ушки там пришиты. Это свой был. Это все пришло на память. Это Бог так сделал, что любящая мать, отец, спас меня Господь от этих грехов. Бог дал страх Божий. Я каждый день благодарю за тот день, когда Бог дал веру в Него. Страх Божий, ожидание суда Божия. Ни Евангелия не было, ни Библии, я даже не слыхал таких слов. Вот, это моя жизнь, поэтому я ее все время исследую, прославляю Бога. И считаю себя одним из самых счастливых, а может даже самым счастливым. Вот, слово сказать, в интернете один познакомился, такой шолоховед, там, Стручков Александр, профессор. И гляжу, он там где-то, что-то кому-то, это, в интернете выставлена статья. Я встретил человека, счастливее которого не встречал, а ему 60 с лишним лет. И начинает говорить, недавно еще, один раз захожу, там сидит генералитет. Все генералы, 4 кратко генерала. Вот. И мэр города там, и все. А мы только о вас сейчас говорили. Там Сабантуй какой-то, день рождения. Я говорю, что? Более счастливого человека не знаем. Я говорю, а как вы узнали? Прокурор края. А знаете, в чем дело? Счастье. Вы делаете то, что вам нравится. Вы все время веселы. А у меня показывает папка такая, на столе пачка лежит, я преступные дела, председатель краевого суда. Вот прокурор, генерал, лейтенант. И они все знают. И все помогают, что интересно. Меня иногда пугают мусульманами, а мусульмане мне помогают. Мы у них были в доме Муллы, там я ночевали. Евреями пугают. Да вы против евреев столько написали. Никогда ни одной строчки. Я говорю только, что они пошли не тем путем. Евреи мне помогают, банкиры. Как это может быть? Понятия не имею. Не знаю. Я смотрел ваше послание к евреям. Вот вы, да. Очень интересно, мне понравилось... Ваша аргументация, как вы вот, буквально на пальцах разложили еретический их взгляд на их отношения с Богом. Вот, на пальцах, за сколько там, за пять пунктов у вас или шесть? У меня три тома. Четко и как прописано. Три тома про евреев. Это весь Талмуд разбираю во свете Библии. Каждый том 752 страницы. Это вы ваш труд чисто? Это мой. Это у меня 38 томов написано. Один том полностью про мусульман. Весь Коран разбираю. Коран по сурам Аяятам. Сравнение с Библией. И за 1300 лет что о мусульманах было сказано.
А о евреях, что сказано представителями власти, разными политическими деятелями, поэтами за 3600 лет. И все это собрал я и все поместил. Я не был против. А как против? Против своей истории не пойдешь. Никак. Да. И это я доказываю и показываю, какая книга, откуда взята, какое житие. Вот. Потому что я это делаю только с одной целью. По любви к этим людям, чтобы они приняли Христа как своего Спасителя. Вне Христа нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Я православно, не скрываю. Вот все говорят, ну вы все это знаете, ну как вы можете в православии? Это мертвая секта. Православие, там ничего нету. Как вы можете? Это сектанты мне говорят. Мое обращение было среди сектантов, пятидесятников. Мы находимся все еще в православно-русской зарубежной церкви. Те, которые приняли акт о каноническом общении. К нам приезжают их архиереи, служат. У нас нет врагов. Нету. Ну, скажите, ну вот вы вот по поводу, ну, я вот, допустим, читал, что, ну, я видел вас именно как вот в РПЦЗ, да, вот ваши доводы, но и тут же вы пишете, что вы относитесь к Московской Патриархии, вот я вот, ну, что-то, ну, я знаю, что они подписали, когда там, в 2008 году, по-моему, о соединении, но это же часть РПЦЗ вошла на соединение с Патриархией, а другая же часть не признала Московскую Патриархию. Они полностью не признали, а мы признали, на соединение не пошли, мы только две общины наши, две на всю Россию. Мы избрали тот путь, который Богом указан. То есть мы никогда не считали Московскую Патриархию безблагодатной. Нас тогда долбили зарубежно, но кто нас долбил, они первые вошли туда, а мы не вошли. И поэтому их архиереи к нам приезжают, мы служим вместе, причащаемся, но им мы не подчиняемся, иначе они нас уничтожат сразу. Мы избрали тот путь, который нам Бог указал. Мы заранее просили об этом, мы против объединения были. Все это было написано, но сказали. Наш мой брат родной, он протоиерей, ездили в Америку, там это когда совещание это было. Но какое решение будет принято? Мы подчинимся ему. Давайте заранее молиться, чтобы нам не забунтовать, не выродиться в секту. Я называю вещи своими именами. Неправильно, мы молились, и Бог так нам дал. Поэтому я работаю среди них. Самые лютые враги против меня – это попы Московской Патриархии. Ничего, это награда. Это награда от Бога. Я о них всех молюсь, начиная с патриарха, чтобы Бог дал им духовное рождение. Не мне окончательно судить, где они будут. Я знаю, что сегодня они поступают вот так-то. А надо вот так-то. Это я знаю абсолютно точно. Для вас, конечно, что вы пришли на будущее. Вы больше не приходите сюда. Давайте договоримся. Ну, так, сегодня у нас, если будет большое-большое желание, какая-то беда, но не раньше месяца полтора. Вот в это время вы зашли удачно. Я как раз свободен. Мне еще голубей загонять надо. У меня такая, вот, в комнате. Вот, сейчас придут наши на занятиях были. А остальное доверьтесь Богу. Доверьтесь. Вот сейчас что нужно сделать, это пост. На бумаге расчертите, найдите свою вину, где, нигде себе поблажки не давайте. И с этой бумагой пойдите, чтобы ничего не забыть. Начиная с того времени, как вы услышали о Христе. И с это время, где у вас левая сторона появлялась. Где вы дьяволу поблажали, ублажали его. И объявите ему войну. Никакие чипы, никакие энергетики на вас не повлияют. У вас даже 10 чипов сейчас будет, и они ничего не сделают. Меня пытаются убедить, да как так? Так, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Они не могут играть мне ни на мысли, ни как дьявол может внушать. А мысли он не знает, ему не дано. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого и Бога. Это никому не открыто. Никакие чипы нигде ничего не сделают. Это просто, я вам говорю, вы не поверили, больше к этой теме мы не возвращаемся. Я никогда не спорю. Зачем? Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Ну, вот они, там, я говорил вам уже, Сарё, там, Воробьевский, где, а они не знают так, как должно знать истину. Они увидели, зациклились на этом, толкутся на одном месте. То кости, то где, чудеса, мироточения, там, о масонских протоколах. Я этой теме 14 лет отдал. В этой теме меня не профессором, а академиком там считают. Но я все это оставил. А там все стояло у меня в обвинении, когда меня судили. Я сказал, дальше тема исчерпана. Все, теперь я должен только молиться за всех. Я молюсь и за Горбачева, и за Невзорова Александра.
и за Порошинку вашу, и за нашу паутинку, за всех. Слава тебе, Господи, все правильно, по-христиански, так и надо. Мне другого не дано, написано молиться за царей, за начальствующих, что я стараюсь сделать. А все остальное дьявол накручивает. Так, вы только не давайте, чтобы свободно вот так сидеть, я гляжу, вы как-то сильно расстегнуты, а попытайтесь с сегодняшнего дня вот так застегиваться на верхнюю пуговку. Получится, нет? А ну-ка попробуйте, конечно. Я посмотрю на вас. Конечно. А вы видите какой-то расхлюпанный такой, говорится, разлепешился. Ну-ка, сядь прямо. Я не люблю, когда вот лежат. Мне просто здесь стол высокий, вы понимаете? Ничего не будет. Попробуйте сесть, не спиной не облокачивайтесь. Вот попробуйте. Начните с малого. Больше спиной нигде не облокачивайтесь. Будьте напряженны. И вот смотрите, я вам дам эпиграф. Где? Запишите. Псалом 118. Сейчас, минуточку, возьму ручку. Это вам программа будет. Простите, долго искать. А я вот посмотрите на меня, вам видно, нет? Да, да, да. У меня на столе лежит вот такой арсенал, так это третья часть примерно. И тут же бумага, пачка, в любое время дня и ночи. Должно лежать здесь. Теперь, в расстегнутом виде, чтобы я вас не видел. Вот на малом соберитесь на этом, верхнюю пуговку пришейте. Бороду не трогайте больше. Определите, как вы крещеная, с полным погружением или нет. Каждый день считайте Библию. В том-то все и дело. Вот, кстати, вот мне интересно ваше мнение. Дело в том, что меня крестили, ну, когда я ребенок был в младенчестве, я не помню, как это было. Вот есть такая мысль, возможно ли второй раз покреститься уже во взрослом. Вот у меня есть такое желание пройти обряд крещения заново в зрелом возрасте. Я вам объясняю, в первую очередь, это не обряд, а таинство. Это таинство, это не обряд. Я крещусь рукой. Вот это вот обряд. Таинство, теперь запишите, принять... Псалом 118. Я сейчас в интернете тут напишу. Нет, вы запишите себе ручки, на бумаге было, а там дороже будет. Интернета, может, свет погаснет, и ничего нигде нету. Ручку не могу найти сейчас. Сейчас я напишу. 118-й псалом. 118-й, 164-й стих. Две цифры запишите. 164 стих. Да, написано: семикратно в день прославляю тебя, Бога, за суды правды твоей. Семь раз в день, чтобы вы становились на молитву. Часа полтора пройдет, я не вижу, у вас иконы-то есть в доме? Конечно. Вот, и там, где мы, там, я не потому, что там без икон можем молиться, но раз вы православные, то так, подойди, перекрестись и начинай молиться правила утреннего. Царю небесный, да отче наш. А потом... Скажите, вот этот вот стих, его сколько вы, 7 раз читать, да, 100, вот 164? 118 псалом, 164 стих, это один стих, который говорит, что 7 раз в день надо молиться. А, я понял вас, вот 7 раз в день. 7 раз, вот утром мы помолились, проходит часа полтора-два, вы опять встаньте на молитву. Каждая молитва занимает примерно 7 минут. Это помолились три святое, царю небесному, ну, начало, как перед каждым, и 100 поклонов. Поклон делай так вот, и чтобы поклонился так, чтобы рука могла пол достать. Рукой не надо достать, но себя настоящий поклон делай-то. Серьезно отнесись. И 7 раз в день, вы увидите, у вас не получится. У вас разные причины будут, вы болеть начнете, вас корежит сатана. Не поддавайся, на четвереньках, но ползи. Никогда нигде не стани. Никому не показывай, что тебе невозможно. Ты помни, есть столько людей, которым намного труднее, чем вас. Вот у меня друг, близкий, знакомый, Сергей парализованный. Вы видели его, может, с Воронежа? Иконописец. 12 лет парализованный. Молодой человек. 12 лет. Он за трех мужиков работает. У него только один сустав в плечо движется, а руки нет. Все вот так скрюченные, вот такой вот.
Ну, зайдите на наш форум, это на канал. Наш канал называется «Открытым оком». Да есть у меня, вот. И там вы найдете наши беседы с ним, особенно тут последние. Там у нас 2700, кажется, 30 роликов. Это наши, только наши. Там все найдете. И вот молитва, пост строго наблюдайте. Вам не то, что там не надо мясо есть, молочное, рыбу, это само собой 7 недель. А вы просите силу, чтобы не пить и не есть несколько дней. Но сначала сходите к священнику, чтобы он вас именно благословил на такой пост. Батюшка, мне скажи, это необходимо. Я хочу заморить сатану, чтобы у тебя чистый разум был. Ты увидишь, как все поползет назад. У тебя другие мысли, другой взгляд будет на все. Доверься Богу 7 раз в день. И выпроси у Бога желание ночью вставать на молитву. Вставать в одно время. Ну, ночью хотя бы раз или два. По 7 минут. 7 минут всего. И 100 поклонов. За один раз 3 святое, 100 поклонов и своими словами. Вот мне говорят, вот там Галина Царева, то другой. Богу прямо своими словами скажи. И ты увидишь, как начнет эта тьма отползать от тебя, как полоса пойдет какая. Никогда не иди на какие-то поблажки самому себе. Мне вот 75 лет, и у меня в жизни ни разу не было ситуации, когда я бы встал, опустил руки и сказал, невозможно. Я не знаю этого. Вот когда мы открывали сейчас даже визу, я говорю, ну, программисты, скажите, а возможно это вообще? Теоретически, да, возможно, значит, я берусь за это. Бывает невозможно, невозможно, потому что я судимый был, и, ну, и проще так. У них там написано, судимых не пускают. Ну, у меня больше 20 лет назад, и я политзаключенный, наоборот, я более приятный им, я не уголовник. Вот. То есть, да, я по мелочам показываю, я все время ищу, как я исполняю это или нет. Я не теоретик. Каждый стих Библии я пропускаю через себя. Вот. Сказал Бог, это мне Он сказал. Это так говорит Иоанн Златоуст. Написано усвоение. Бог умер, Господь наш Христос умер за всех людей. А я говорю, умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня Он искупил. Меня. Это что написано, Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Это мне Он говорит. Мне. Лично мне сказал. Я говорю, Господи, Ты не ошибся, что меня избрал. Я с Богом разговариваю, как с лучшим другом. И вы перед Богом стоите всегда вставать в одно время, 4:40, запишите где-нибудь. 4:40. Ни на работу не смотрите, ни на что. Никогда днем не ложитесь, запомните, никогда. Если сильно будет усталость, там дрова колол, днем можешь ты, но не больше 10 минут. Сядь где-то так, голову откинь, чтобы голова упиралась, шею не ломала-то, и все. Не ложись никогда. Меня жена не видела лежащим ни разу. Поэтому у ней полная покорность. Она знает, что каждое слово – это печать перед Богом. И ты увидишь своими глазами воскресение нового человека. Ты не знаешь, какие таланты в тебе Бог может открыть. Я это все испытал на себе, ничего не имея. С нуля начал в 23 года. С нуля. И Бог все сделал, как ему надо. Теперь назад оборачиваюсь, 53 года за плечами от такого пути. И вижу это избрание. Он меня избрал, благословил, наделил силой Духа Святого и провел. Провел по разным сектам. Какой только веры нет, отовсюду приходили люди, когда Господь касался их. Олег даже Стеняев, и то необыкновенно удачным считает меня, хотя я его знаю лично, встречались с ним. Вот. Богу надо довериться. А какой результат? Кто обратится? Да откуда я знаю, кто? Я должен быть верен. Сейте всегда. Я сею, свидетельствую, говорю. У меня с Украины как-то один заходил, там полупьяный. Еще ролик даже поставил, чтобы увидели. Я видел. Я слушал, там бред такой нес. Ну вот, чтобы на наш разговор тоже не сказали, что бред. Если вы это принимаете, это перед Богом. Я не священник, вы ничего нет. Тайны никакой нету. Никогда не бойтесь, что вас попрекнут чем-то. Ой, я не знал, а теперь узнают люди. Бросьте, не будьте рабом чужого мнения. Да, я такой. Я не боюсь это сказать. Вот он, вот она пришла, блудница, слезами, волосами отирает ноги. Она не боялась сказать, Евангелие об этом написано. Какая Мария Магдалина, из которой знал 7 бесов? Да именно это я. Что бы ни назвали убийца, я убийца. Потому что я ненавидел брата моего. У Бога другая мерка. Новозаветнее. И вот эта радость, непрерывное общение с Богом.
И это будет у тебя идти, как утренняя заря полыхнет по небу. Сидеть не надо. В таком возрасте вы как парализованы. Господи, избери меня на дело Божие, другим свидетельствуй. Считай святую литературу, толкование православной церкви. Вот у нас вышел трехтомник, его можете скачать. Вот. Нового Завета. Полное толкование с откровением. Никакие Царевы, никакие Воробьевские тебе не помогут. Они никуда не зовут. Они ничего дать не могут. Ни взоров. У него никакой программы, кроме разрушения. Вот Герман Стерликов, он разрушитель. У него нет позитивной программы. Позитивная программа – это быть в Духе Святом. Довериться Богу. И мы в конце говорим, говори, Господи, слушает раб твой и слышит. Я сразу приступаю к делу. К делу. Какое дело? Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Верить в Бога, во Христа – это дело. Делом считается. Ты услышал, может, кому-то надо помочь что-то. Глаза пошире открой, увидишь нуждающихся в тебе, в молодом, в сильном. Для чего ты такую силу накопил-то? Чтобы работать. А что там было как-то не в раз, но сатана попятится. Это абсолютно гарантировано нам Богом. Воззови ко мне, я услышу тебя. Падут под тебя тысячи и десять тысяч, один сною тебя, но к тебе не приблизится. Псалом 90. Будьте всегда радостны. Написано, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Не искусственно, это не пляска какая-то. Вот я вам сказал о бороде. Вы послушайте, больше бритву в руки не берите. И увидите, как начнет восставать. Что? А это блудодейная ересь. Блуд будет через бороду играть. Не прикоснусь. Потом сейчас только кончим, выключим, сразу оторви шнур и больше не прикоснусь. У нас в армии служит молодежь с бородами. Но у нас на альтернативно, у нас оружие никто не берет. Вот. Избери этот путь Божий. И ты никогда не будешь после сожалевать об этом. И блажен, кто не сожалевает, не кается в том, что избирает. Хочу быть с Богом. И на молитве повторяю, избираю Бога, одного Бога, никого, кроме Христа. Ты мой Бог, ты умер за меня, я твое достояние, Господи. Ты искупил меня, сатана не имеет надо мной никакой власти. За меня его кровь пролита, цена, достойная всей вселенной. Отойди, враг, ты врага гони от себя, перекрести, отойди, я тебе не принадлежу. Иисус меня избрал. Его пречистая кровь освободила меня от твоих пут. Никакие, забудь про эти все чипы, как будто никогда не слышал. Совершенно об этом не рассуждай даже. Я знаю, у меня материалы на форуме написаны, но только для знания и все. А как на вас отразилось? Никак. Об этом в священноначале, там все говорят, да, это опасно, все, но это не печать Антихриста. Его еще нет, самого Антихриста. Печать не бывает раньше. Вот и все. Об этом хорошо у Осипова сказано, у Дмитрия Смирнова, об этом Алфеев, Иларион говорит, митрополит, патриарх Кирилл не раз говорил. Я говорю только о чипах, не о чем-то другом. В другом они нуждаются в поправке. Смотрите все время во свете Библии. У меня сайт, форум, все называется «Во свете Библии». А Библию нужно знать, поэтому каждый день читай. Вы очень многое найдете на нашем форуме. Я очень много интересной информации. Я поэтому и решил вот с вами пообщаться, потому что мне затронуло, скажем так. Вот. Я совершенно случайно, я даже не знал, что... Ну, я вас узнал буквально 2 дня назад. Я вам серьезно говорю. Я даже, ну вот... И совершенно случайно, поэтому раз думаю, что как-то ВКонтакте. Вот у нас видеоканал, он называется «Открытым оком». Игнатий Лапкин. Вы заходите, там вы найдете, ну, 2700 роликов, вы понимаете, что это такое? Там, если на сайте моим голосом Библия насчитана, Златоуст 12 томов, Жития 12 томов, и сайт «Во свете Библии», и форум «Во свете Библии», у нас и YouTube «Во свете Библии». Вы там найдете все, добавить к этому нечего. Вот на сайте я отвечаю 4124 вопроса, 55 папок. По тематике, там, мусульманство, вот, допустим, беснование. Вы сразу найдете «Б» – беснование. И дальше вопросы и ответы. Вопрос есть, вопрос ткнешь, откроется ответ. Там громадная работа проделанная. И этот день для вас будет незабытым. Вот. Если большая нужда какая-то будет, тогда где-то месяца через полтора сначала в скайпе внизу напишите, чтобы я увидел, прочитал, свободен я или нет.
Я вам отвечу, что я свободен. Так просто заходить не надо. Я понял вас. Я так, я вам вот написал ВКонтакте это, я думал, я с вами общаюсь. Нет. Я написал, можно, ну, я вас наберу там в течение, ну, вот мне скинули. По я скайпу. Говорю, может, вас наберу в течение 15 минут. По скайпу заходите, по скайпу, я тут отвечу. А Mail.ru у меня заблокировали. Блокируют и блокируют каждый день. Ну, это я там, вроде, пароль маленький, у меня пароль 38 знаков. Да это мониторят ваш компьютер, как и мне, вот, все под контролем. Ну и что? Да, это тоже не обращайте внимания. Ну, под контролем. Они зашли, у нас хорошее. Пускай они контролируют. Чем больше, тем лучше. Вы во всем должны видеть благодеющую десницу Божию. Бог тебя любит. Посылает людей таких. Он устроил эту встречу с нам сегодня. Мы поговорили. А что вы примете? Я многое вам говорить, это повторяю. Меня уже упрекали. Вы повторяетесь. Ну, другой человек опять задает тоже. Вам легче выслушать, чем найти где-то не можете. Но вы найдете у нас все абсолютно. Так, еще вопросы есть? Ну, все, в принципе. Все. Не буду отвлекать ваше внимание и время отнимать. Попутно хочу сказать. Если у вас были какие-то связи с женщиной где-то, никакой связи, ни писем, ни звонков, чтобы не было. Обрубить все канаты. Не пытайся, я узнал, я ее спасать буду. Ты ее не спасешь. Она тебя задушит. Задушит под подолом. Не приближайся. Изменить что угодно. Говорит, место жительства, но не приближайся. Это та яма, из которой не вылезти. Есть грехи, с которыми надо бороться. Бороться написано. А есть грех, против которого надо держать оборону. А есть грех, от которого надо бежать. Написано, бегайте, блудодеяние. От женщины только бежать. Больше никак. Так это труд. Другого не дано нам. Бежать. Почему? Она вошла в контакт со змеем. Она Адама погубила, и все гибнут. Пусть женщина не обижается. Самый позорный день в году – это 8 марта. Они даже не понимают, что это такое. Меня сегодня спрашивали. На форуме я все это объясняю. Так, у вас фамилия как? Фамилия моя Сеник. Сеник. Если вы выйдете, вы можете в Mail.ru, если у вас есть листья, страница-то, друзья, нам легче будет общаться. Иногда меня разблокируют, я... Я даже не считаю, что меня умышленно блокируют. Это у них там от страха. Боятся Майдана в России. Они сейчас все давят и давят. До этого было. Mail.ru – это прекрасная система. У меня в друзьях 10 тысяч человек. Я три кнопки только нажимаю, и 10 тысяч человек получают от меня 5 тысяч знаков и 5 фотографий. Потом они сразу все свернули, видимо, там сверху власти-то давят, чтобы не давать знать. Только на 4 можно, по одному. А сейчас отняли, и к одному нельзя даже послать. Оно, я могу считать, что мне пишут. То есть это от страха, они сами себя боятся. Я не знаю, кто это, но знаю, что это было не так. Но так как система не наша, а все эти Mail.ru и прочее, это еврейская, поэтому нам роптать не приходится. Они музыку заказывают, а нам плясать приходится. Не закупили? Проспали? Мне нравится один в виде анекдота. Сидят там араб один, японец. Русские миллионеры, миллиардеры все, евреи. Мы, русский говорит, вот разбогател, сейчас миллиардером стал. Он говорит, а куда деньги думаешь? Ну куда? Надо, наверное, вот туда-то посмотрел. Главное, нефтяные промыслы закупить. И называет там ЮКОС хорошо. Японцы спросили, а ты что? Ну, а я думаю, сейчас тоже денег очень много, не знаю. Ну, я закуплю, наверное, YouTube, там все перечислил-то. И третий. А еврей сидит, чай там помешивает и говорит, а ты почему не говоришь-то, куда деньги? А он вытер. А я вам и не говорил, что я буду это продавать. То есть, что они только думают покупать, он давно это все у него и есть. И он спокойно сидит. Чего ты хочешь обмануть? У них задача стоит овладеть миром. А у русских некого нажраться да обмочиться. Чего спрашивать-то? Какая цель-то? Вы хоть когда-то видели, чтобы, говорит, еврейский был, ребенок был неграмотный? За 2000 лет ни одного не было. А у нас пруд пруди. Вы видели когда-нибудь, чтобы лежал еврейский мужик на остановке, из-под него лужа текла? Я говорю, не видел, меня еврейка спрашивает. Ну вот и разница. Я знаю. Самый глупый, негодный. Они его будут тащить, диплом ему вручат, и будет бумажки с кабинета в кабинет носить. Где Ада устроился Авраам, там и Сара будет секретарем. И не надо роптать. Они знают, что у них цель есть. А у русских никакой цели нету. Все, Александр, однако.
Спасибо, спасибо Господи. Слава Иисусу, выключайте. Слава Иисусу. Христос воскрес. Аллилуйя. Воистину воскрес. Спасибо.